Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. З клопотом про будучыню. Акція «Тыдзень лесу» пройдзе у Беларусі з 14 по 21 красавіка. Засерагчы здароўя ад шкоднага выпраменьвання у інстытуце радыёбіялогіі прадставілі вынікі праведзеных даследаванняў. Не стала жанчына легенды, сышла з жыцця ўдзельніца партызанскага руху, ветэран мотаспорту Тамара Пчалянкова. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка сёння на рэспубліканскім семінары нарадзе аб развіцці вёскі і павышэнні эфектыўнасці аграрнай галіны краіны даручыў ураду выпрацаваць дзейсны механізм рэалізацыі канцэпцыі вёска будучыні, перадае Белта. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што забяспечыць галіну кваліфікаванымі кадрамі, прыпыніць адток працаздольнага насельніцтва ў горад без павышэння якасці жыцця сельчан, прывабнасці аграрнай працы і сельскага ладу жыцця немагчыма. Таму яшчэ адной задачай з'яўляецца стварэнне вёскі будучыні. Жыццё ў ёй ні ў чым не павінна саступаць гарадскому, падкрэсліў прэзідэнт. Александр Лукашэнка запатрабаваў ва ўсіх сельскіх населеных пунктах Беларусі распрацаваць і цалкам укараніць новыя сацыяльныя стандарты. У кожным раённым цэнтры, аграгарадку, вёсцы павінны быць добрыя дарогі, якасная вада, сацыяльнае абслугоўванне, забяспечанасць неабходнымі таварамі і інтэрнэт, сказаў ён. Толькі пры вырашэнні існуючых праблем аграрная галіна зможа выйсці на якасна новы ўзровень, звярнуў увагу прэзідэнт. Беларусы зноў прыйдуць на дапамогу ляснікам. 11-й год запар у Беларусі пройдзе тыдзень лесу. Распачнецца рэспубліканская акцыя 14-га красавіка. На працягу 7 дзён супрацоўнікі лясной гаспадаркі разам з усімі жадаючымі будуць ачышчаць лясы і прыдарожныя палосы ад смецця, а таксама высаджваць маладыя дрэвы. Лясгасы Гомельскай вобласці актыўна рыхтуюцца да тыдня лесу і прымаюць заяўкі на ўдзел. Падрабязнасці ў наступным сюжэце. Сёлетні тыдзень лесу прымеркавалі да года малой радзімы. Прырода, на жаль, таксама прапанавала сваю нагоду. У 2017-м падчас рэспубліканскай акцыі змагаліся з наступствамі стыхіі, аднаўлялі лясы, якія пашкодзілі ураганныя вятры. Сёлета клопату дабавіў вяршынны караед. Пасля мінулагодняга нашэсця насекомага шкодніка узнаўленне патрабуюць значныя плошчы лясных угоддзяў. Толькі ў Гомельскай вобласці па гэтай прычыне вырубілі больш за 13,5 тысяч гектараў. Да канца бягучага года гэта аб'ёмы амаль поўнасцю неабходна ўзнавіць, прычым у сціслыя тэрміны. Не выключана, што прыдатны перыяд для высадкі дрэва будзе вельмі кароткім. Прошлыя годы мы создавалі парядка 6-6,5 тысяч гектар лесных культур. В этом году мы садзім больше 10 тысяч только весной. То есть аб'ём серьёзны, будзем этой работой активно заниматься, потому что весна может быть очень скоротечная, быстротечная, и времени для посадки у нас будет очень ограничено это время. На территории Гомельского лясгаса необходимо установить 800 гектаров. На 100 из них под час тыдня лесу лесники при допомозе доброохотников плануют высадить молодые древы. С саджанцами проблем не будет. У лясгаса есть уласный питомник. Посадочный материал так само выращивают на территории кожного лясництва. Кажут, что сёлета не только закрыть уласныя патрэбы, але і змогуць падзяліцца з суседзямі. Дарэчы, запіс жадаючых прыняць удзел у тыдні лесу пачаўся. По каждому лесничеству есть списки, которые желающие будут принимать участие, и школы, где-то сельские советы, располком, облсполком. Уже будем согласовывать. На 14 число у нас есть уже предварительная запись желающих принять участие. Высадка дрэваў, ачышчэнне лясоў, прыдарожных палосаў ад смецця, рамонт месцаў адпачынку. Фронт работ для ўдзельнікаў акцыі «Тыдзень лесу» шырокі. Усім неабходным арганізацыі лясной гаспадаркі абяцаюць забяспечыць. Ад жыхароў в области патрабуецца толькі добры настрой і жаданне берагчы беларускія лясы. В эти дні, значит, мы определяем, все наши подразделения, лесохозяйственные учреждения определяются с объектами, где будет проводиться акция. Значит, после подбора объектов информация это будет вся размещена на наших сайтах. Для того, чтобы принять участие в акции, нужно обратиться в ближайшее лесничество или ближайший лесхоз, где вам укажут места, скажут, когда будет проводиться эта акция, в какие дни, обеспечат необходимым инструментом и посадочным материалом.
По информации Министерства лесной господарки Беларуси, в 2017 году под час тыдня лесу беларусы высадили амаль 21 миллион древов. Удел у акции приняли больше за 80 тысяч человек. Есть подставы мерковать, что сёлета лишбы будут еще больше внушальными. Максим Савин, Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Напередодні 32-й годовины Чернобыльской катастрофы у Институте радиобиологии Национальной академии наук рассказали про выники доследований. При этом размова идет не только об уплыве радиации на разностайные живые организмы. Олег Сенцеров наведал науковую установу. Институт радиобиологии Национальной академии наук – установа, где об уплыве опроменивания уведуется, напевно, все. Причем не только радиационных. У речи мы живем в таким осяроде, где каждый день сутыкаемся с некими негативными воздействиями природного и техногенного характера. Институт радиобиологии створили в 1987-м для наукового решения проблем, которые возникли после Чернобыльской катастрофы. За минулый час тут выполнены шерох буйных державных программ и проведены, напевно, тысячи экспериментов по вывучению уплыву радиации. Доследования проводились как непосредственно на базе установы, так и у полевых умовах на территории Полесского державного радиационно-экологического заповедника. У сферы уваги пацуки, дики и енотовидные собаки. Вывучение некоторых поколений этих живел позволяет сделать практичные выводы. Происходит отбор. То есть самые радиочувствительные, я говорю, они отсеиваются. И со временем этот отбор сводится к тому, что остаются, выживают наиболее радиоустойчивые животные, особи, которые, в свою очередь, дают потомство, соответственно, уже приспособленное к существующим условиям. Под погрозу здоровью представляет не только радиационный фактор. Проведенные на пацуках эксперименты свечат, а променивание от сотовых телефонов могут оказать значный вплыв на репродуктивную функцию этих живел. У некоторых выпадках уже у третьем поколении пацуков нарожайность уменьшается на половину, при том, что дозы променивания были на вот меньше за допущальные. Насколько отриманные данные можно распространить на человека, покажут дальнейшие доследования. Але на думку ученых относится до их необходимо серьезно. Тем больше, что в реальном житии негативно уздение электромагнитного опроменивания дополняется иншими шкодными факторами – стрессом и неправильным харчеванием. Одночасово ученые занимаются распространкой препаратов, которые позволят снизить этот негативный уплыв. То есть препарат, который включает в себя наиболее распространенные биологически активные вещества, обладающие антиоксидантными свойствами, которые, в свою очередь, защищают, модифицируют состояние репродуктивной системы, улучшают показатели, выявленные нами. А ухудшения они снижают. Это увогуле одна из задач Института радиобиологии – одночасово с вывучением негативного уплыву разных видов опроменивания распрацовывать конкретные меры аховы. Причем это может быть как специальная программа, якая оценивает риски радиационного забруживания подчас пожаров, так и биологично активные добавки на основе рослин и грибов. Науковцы переконаны, коли выполнять меры безопасности, здоровье можно заховать на протяглый час. Иншая справа, что выпадки гребования рекомендациями выключением не заявляются. Не соблюдение определенных там мер безопасности людей, проживающих на этих территориях. Это выращивание сельскохозяйственной продукции на землях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Это сбор грибов, ягод в местах, где делать это категорически не рекомендуется. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Завтра директор Института радиобиологии Национальной академии наук Беларуси Игорь Чешик станет гостем интерактивной программы «Диалог». И она выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 19:20. Размова пойдет про выники доследований, которые проводят науковцы института, и про то, как застерегать здоровье от негативного воздействия. Свои вопросы гостю программы вы сможете задать, потелефоновавши по номеру прямого эфира у Гомеля 34 00 43, ці з допомогою Вайбера. Долучайтеся. Про забезпечення захованості історико-культурних каштовностей ішла розмова на сьогоднішній нараді у аблвиконкамі. Зустріч пройшла у вигляді відеоселектора. У Білорусі більш як 10 років тому був прийнятий указ номер 527 об некоторих питаннях ахови історико-культурної спадщини. Але особливую актуальність він набив у опошні роки. На це повпливало у тим ліку з'явлення кодекса об культури. У виніку повстала задача більш скрупульозного проведення у парадок
некаторых объектов историко-культурной спадщины. У тем лику тех, где ожитевляется предпринимательская деятельность. В основном такая работа сконцентрована у областным центре. И их это зразумело. С больше как 300 помников архитектуры, которые размещены на территории региона, 180 находятся у Гомеле. Возникло ряд определенных вопросов. Прежде всего, с методикой определения, значит, способа отчисления, определения нанесения вреда памятнику, определения о том, какое воздействие и как можно посчитать транспортные нагрузки, которые оказываются на памятник. До речи, каб вырашить шерах покуль проблемных моментов, рыхтуются изменения во указа в некоторых пытаниях аховы историко-культурной спадщины. Наступная новина, на жаль, сумная. На 89-м годе життя померла удельница партизанского руху, ветеран мотоспорту Тамара Адамовна-Пчалянкова. Для гамельчан разных поколений она была сябром и прикладом для переймания. Не один раз с ней сустракались и наши корреспонденты. Тамара Пчалянкова народилась у 1929 годе. До войны семья жила недалеко от Гомеля у вёсцы Даугалесе. Летом 1941 года Тамары, одной из четырех сестер у семьи Губаровых, было 12 годов. И она рассказывала, что голос Левитана из репродуктора запомнила на всё життё. Батька девчинки Адам Губаров стал наместником командира партизанского отряда. Партизаны пошли у лес, а у вёсцы расквартировали подразделение вермахта, СС и полицейский участок. Так, партизанам треба було ведать, что отбывается на оккупированной территории. Дзяўчынцы с выдатной памятью дручили добывать известки. Она брала маленькую сестричку, скакалку, мяч и шла с ее нібито гулять до полицейского штабу. Все, что бачила и чула, рассказывала батьку. Передаденные ее известки допомогли выратовать десятки человечих життев. Правда, у самим отраде дачка партизана так ни разу и не побывала. Батька забаранял. Казал, можешь не вытримать. Странно, странно. Неужели у них такие условия тяжелые, что не выдержу? В общем, я не знала значения этих слов. Эти слова я только поняла тогда, когда мы были арестованы, брошены в нацистскую тюрьму СД, вот в Гомеле здесь. И при допросах и пытках, вот тогда я поняла, почему отец так сказал. У тюрьме маленькая Тамара с матью и сестрами провела 8 месяцев. В 1943-м, так и не дочекавшись признанию, их выпустили. А Тамара начала рыхтовать себе до любых житевых выпробований, каб у выпадку новой войны оказаться корыстной родиме. У 1947-м годе девчина пришла у мотоспорт, и это оказалось любовью на все житё. И она привыкла быть первой. И стала первым у Беларуси майстром спорту СССР по мотоциклетным спорте. На рахунку Тамары Адамовны десятки чемпионатов Советского Союза по мотокроссе и гонках. За 20 годов у спорте у ее арсенале великая колькость узнагород. Одна из самых каштовных – кубок от мясцового байкерского клуба. При этом Тамара Адамовна была народным заседателем у суде. Шмат годов занималась громадской работой у организации ветеранов и былых вязней у концлагеров. Знаходила час для творчести, выступала у хоры ветеранов, писала верши. Заусёды с радостью сустракалась с молодью. На чале байкерской колонны она была прикладом патриотизму. Светлая память об выдатном человеку назавжды застанется у памяти людей, якія ее ведали. Спочуванне родным и близким накировали управление спорту и туризму Гомельского областного выканаўчага камітэта і абласная арганізацыя ветэранаў спорту. Тэлерадыёкампанія «Гомель» далучаецца да спачуванняў. Развітанне з Тамарай Пчалянковай адбудзецца заўтра. Весна поступово начинает отвоевывать свои законные права. С середины тыдня у Беларуси нареште установится теплое надворье. Красовик принес с собой плюсовую температуру, и снег растает литерально на вачах. Починаючи с середы, слупок термометра имкливо поползе вверх. Прогнозуется до плюс 15 у день и до 7 градусов тепла у ночи. Будет без опадков. Подобный температурный фон заховается и у четвер, а лишь с переменной облачностью. Махчим и дождь. У пятницу так само
таксама будзе цёпла да 11 градусаў вышэй за нулю дзень і невялікі дождж. У ноч перад суботай пахаладае да плюс 2, але выхадныя парадуюць. У суботу чакаецца да 16, а ў нядзелю да 18 цяпла. Тым часам рост узроўню вады ў рэках басейна Дняпра, Бярэзіны і Сожа складае ад 1 да 35 сантыметраў за суткі. На Прыпяці і яе прытоках гэты паказчык нязначны ад 1 да 3 сантыметраў. Вода находіцца сейчас у нас на пойме на всём працяжэнні Прыпяці і яе прытоках, а также на Дніпры ў горада Речіцы, Илоева и Березине у города Светлогорска. На Припяти у города Петриков и села Черничи уровни воды превышают опасные отметки, при которых ранее наблюдались подтопления. А на Припяти у города Мозыря и случае у села Ленин уровни воды у борте у села Краснобережье близки к опасным отметкам. Плюсовые температуры у регионе так само поскорили разбурение ледяных утворений. Реки бассейна Дняпра, Бярезина и Сожа практически очистились от льду. Полный ледостав заховался только на раце Бесить, каля вёскі Святиловичи Ветковского района. Гэты, а так само іншыя новины вы можете знайсці на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrhomil.by. Далее у эфиры де-факто и спортивный огляд. А я с вами развитываюся. Добрых вам новинов и до новых встречу эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто, в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Просто сдуло. В Мозырском порту 10-тонный подъемный кран упал на корму рудовоза, который стоял под разгрузкой. По предварительной информации, произошло это из-за сильного ветра. Его порывы в это время достигали 17 метров в секунду. На видео, которое было снято утром, заметны последствия падения. Портал крана «Кировец» лежит на берегу, а стрела находится частично в воде, частично опирается на судно. Кран проработал в порту около 38 лет. Падением он серьезно повреждён. Поднять его уже вряд ли получится. Непростой день выдался у спасателей. На оказание помощи они выезжали почти два десятка раз. Например, в Гомеле работникам МЧС пришлось доставать искореженную легковушку. Инцидент произошел по улице 2 Луначарская. Как стало известно, водитель авто не справился с управлением и съехал в кювет. Там произошло столкновение с деревом, в результате чего автомобиль перевернулся на бок. Прибывшие к месту вызова работники извлекли автомобиль. Помощь спасателей понадобилась не только людям. В Кармянском районе в деревне Выношевка в грязевую яму глубиной около 1,5 метра провалилась лошадь. Самостоятельно вытащить животное хозяин не смог. Спасателями при помощи специального инструмента и оборудования животное было извлечено. Лошадь не пострадала, ветеринарной помощи не нуждалась. По-прежнему напряженная остается обстановка в регионе из-за паводка. Подтопления зафиксированы в 8 районах. В числе пострадавших и Добрушский район. Например, в деревне Жгунь вода оказалась прямо в жилом доме. Спасателям пришлось экстренно откачивать ее при помощи мотопомпы. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Женская команда гандбольного клуба «Гомель» завтра проведет очередной поединок второго этапа чемпионата Беларуси. На паркете Дворца игровых видов спорта дружина Томаша Чатера встретится с аутсайдером группы А «Витебчанкой». В субботу, 7 апреля, у гомельчанок более серьезный экзамен. В гости приедет лидер чемпионата БНТУ. В нынешнем сезоне «Гомелю» еще ни разу не удалось одолеть политех. В мужском чемпионате страны Гомель закрепился на 3-й позиции. Команда Сергея Цыганкова добыла очередную викторию над другим претендентом на бронзу – могилевским «Машекой». Матч проходил в Гомеле. Первый тайм хозяева уж точно себе в актив записать не могут. Невнятные действия в атаке привели к тому, что к исходу первого получаса игры подопечные Сергея Цыганкова уступали 10-13. Перерыв наставник гомельчан использовал по максимуму. Во втором тайме хозяева смотрелись на порядок матча мощнее соперника и победили 27-23. Самые результативные в рядах Гомеля Сергей Ликислюк по 6 точных бросков.
В Гомеле и Бресте состоялись республиканские олимпийские дни молодежи по баскетболу среди спортсменов 2001-2002 годов рождения. В Бресте состязались девушки. Гомельчанкам подняться на пьедестал почета не удалось. Сборная нашего региона в итоговом протоколе расположилась на 5-м месте. Победили баскетболистки из Гродненской области. Гомель принимал турнир среди юношей. Сильнейшие 16-17-летние баскетболисты со всей страны соревновались на паркете Дворца игровых видов спорта. Хозяевам родные стены явно помогли. Второе место. Вперед гомельчане пропустили только команду Минска. С бронзовыми наградами республиканских олимпийских дней молодежи домой отправилась команда Гродненской области. Сильнейшие ходоки будут соревноваться в Гомеле. Второй год кряду в областном центре пройдет Кубок Белоруссии и республиканские соревнования «Наши надежды». Кубок страны – один из этапов отбора на командный чемпионат мира по спортивной ходьбе, который в мае пройдет в Китае. Вместе со взрослыми спортсменами сильнейших будут выявлять юниоры в нескольких возрастных группах. Младшим из участников 10 лет, дистанция от 1 до 35 километров. Соревнования будут проходить на набережной реки Сож. Первый старт намечен на 9:30. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.